На протяжении полутора лет в двух тоннелях, расположенных на объездной дороге, велись ремонтно-восстановительные работы. В ближайшие дни после приемки работ правительственной комиссии тоннели будут введены в эксплуатацию. В двух тоннелях восстановлены водоподавление, система пожаротушения, сигнализация, вентиляция, освещение, покрашены стены. Протяженность одного тоннеля 1256 метров, длина второго 842 метра. Ремонтно-восстановительные работы велись специалистами из России. Производился ремонт тоннелей по программе межправительственной программе «Россия-Абхазия». Работы были начаты в мае прошлого года, и уже к концу сентября, в октябре месяце работы закончены. Сейчас ожидается приемка работ правительственной комиссии.